Уважаемые черкесы, уважаемые гости, сегодня искренне всех хочу поздравить с Днем Победы. 9 мая – это не просто дата, это символ гордости нашей страны. В этот великий праздник я хочу пожелать всем мирное небо над головой, исполнение всех желаний, сплоченности нашей республики, нашей стране, чтобы мы были всегда как одно целое, чтобы мы всегда отстояли наши права. Благодарю всех за то, что сегодня приняли активное участие в данном мероприятии. Надеюсь, это не первое мероприятие. Надеюсь, мы в последующем тоже будем проводить такие мероприятия. И очень надеюсь, что мы не забудем сегодняшнюю знаменательную дату. Благодарю всех. Всего хорошего. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, хочу еще раз поздравить с 77-й годовщиной победы над фашистской Германией. Желаю всем здоровья и благополучия, мирного неба. Хочется сказать, что сегодня образовательным центром было организовано почти, можно считать, так парад памятнику неизвестного солдата, который находится в селении Черкей Буйнакского района, и возложение цветов у памятника. Проходило мероприятие, посвященное к этому празднику. Всем добра и мирного неба. Хочется поздравить всех черкесов, дагестанцев с Днем Победы. Эта победа нам дала многое. Надеемся и уверены, что в скором будущем будет победа над нацизмом и фашизмом на Украине. Мы победим. Еще раз поздравляю всех, желаю вам здоровья и благополучия. Вот хочу радовать, как похвалить, то есть, всех этих участников, которые сделали сегодня такое красивое мероприятие. Учитель Заби, Баркулан уже до кинет год Адир Шарап, куди я ват ани брахда берхин хибо сарапко. Да им берхин себе не тлек худаги. Не тлер берхин си, бехагу шара берхин си гору, не тлер ват ани рахда хвана. Эку анцелек эгу миллионги, мит хлосяда анцелек эазарада чи. Эдин хидал, хал санал аналиги, не тлер сахаб цуни зекеля, не тлер гу нас сарозу хитля зекеля, Нехлер умумоцу, нехлер хадин абраклин аб укаги, родцу араб зобги сайгат абурату. Ассаламу алейкум. Сегодня праздник, 9 мая, праздник наших дедов, праздник, который мы любим, праздник, который на самом деле в течение года и всех праздников, которые мы любим, уважаем, потому что наши деды, прадеды оставили ясное небо над головой. Вот сегодня хотим наших дедов, прадедов, не только черкесов, вообще дагестанцев, вообще россиян, которые участвовали в Великой Отечественной войне, их поблагодарить за то, что они нам оставили ясное небо над головой. Спасибо им большое. Сегодня я вас всех поздравляю с Днем Великой Победы над фашизмом. 9 мая у нас считается праздником Великой Победы. Как мы уже знаем по истории, 22 июня 1941 года фашисты вероломно, без объявления, напали на Советский Союз. Это была большая кровопролитная война. Война длилась 1418 дней и унесло 27-28 миллионов жизней Советского Союза. Это большая цифра. А от нашего села около 500 человек участвовали в этой войне. Больше половины из них не вернулись. Я всех еще раз поздравляю с этим большим праздником. Удачи всем!
Вот здесь мы собрались в праздник, посвященный Великой Победе, Великой Отечественной войне. Администрация устроила здесь очень красивый праздник для наших жителей, для ребят, для школьников. И жаль, что сегодня с нами нет вот тех ветеранов, которые дали нам патриотические уроки, и они были бы стимулом жизни для нашего, для нашей жамаат, для наших жителей. Мы благодарны всем, кто принял в этом активное участие.